Хорошую традицию поддерживают преподаватели лицея номер 12. Уже не в первый раз здесь проходят встречи учеников с курганскими литераторами. Сегодня в гости к ребятам пришла автор стихов, уместившихся в двух сборниках «Бальзам любви» и «Фарфоровая куколка душа» Светлана Бажина. Как отмечает автор, ее стихи – это маленькие истории из жизни. В них вплетена судьба поэта, поэтому произведения невозможно читать без эмоций. Над ними то плачешь, то смеешься, то впадаешь в грустную задумчивость. Но кроме этого, в копилке Светланы есть песни, также пропитанные ее творчеством. И даже когда другие используют стихи без ее ведома, у нее нет обид. Известный шансонье из Одессы просто взял мои стихи и написал песню. И выслал мне уже ее готовую. Ну чего мне обижаться, если она интересная, красивая песня получилась. На мои стихи нищенка. Я сама пишу песни для своих друзей. Иногда пишу сама музыку. Вот я выражаю так свою жизнь. Свое видение мира. Многогранность ее таланта в том, что она двумя-тремя словами может нарисовать объемную картину, которую, если описывать в прозе, не хватит целого листа. Светлана Георгиевна по профессии журналист, работала в Курганской областной газете «Новый мир». Пишет она и о природе, и о родине, причем находит несбитые сравнения, неожиданные слова, поэтические образы. Детям всегда интересно послушать авторское исполнение стихов, задать вопросы о ее творчестве, о ее жизни. Это всегда очень интересно. Ребята тоже подготовили ответное слово поэтессе. Кто-то прочитает свои стихи, кто-то сыграет на музыкальном инструменте. Встреча в лицее была насыщенной и прошла в плодотворном ключе. В дальнейшем ребят хотят познакомить с творчеством нашего прославленного земляка Виктора Потанина. Светлана Епифанова, Александр Немков, Илья Урванцев, информационное агентство «Курган.ру».